Судя по всему, мы прибыли во времена Римской империи. Могло быть и хуже. Римляне хотя бы были цивилизованной нацией. О да, очень цивилизованной. Если, конечно, не считать распятий, гладиаторских боев, рабства. И не будем забывать о том происшествии с Иисусом Христом, а мы официально священники. Джонс, ты ведь историк. Расскажи нам об этом месте. Ну, если Симону сможет уточнить дату. Первое столетие. 39-й год нашей эры, сэр. 39-й? Ничего себе. Уверена? Неважно, конечно, ты уверена. Это значит, что сейчас правит, дайте подумать... Калигула. Да, как ты догадался? Считай, что догадался. Так, сейчас начало конца империи. И это место расположено очень далеко на юге для римлян. В общем-то, это ничейная земля. То есть, если бы я был римским центурионом, и меня отправили охранять Эль-Хали, я бы чувствовал себя... изгнанником. Эль-Хали находится на максимальном удалении от римских законов. Учитывая, что на троне сидит император Калигула, это не так уж плохо. Нам надо двигаться вперед. Идите по дороге и будьте осторожны. Личи его люди где-то рядом. Вижу врага.
Угроза устранена. Человек убит. Круто! Бесёшься! Осторожно, граната! Бросай гранату!
это ты. Мы хотим помочь тебе. Как тебя зовут? Манус суас мипонат идлингуа иус дикам. Кажется, он хочет говорить через Джонса. А мы уверены, что он на нашей стороне? Точно. Не вздумай делать этого. Все в порядке. Если увидите, что у меня проблемы... Он труп. Кто-нибудь, помогите ему. Нет, подождите. Вы пришли за перворожденным, верно? Да. Кто ты? Я Терций Лангин. Последний из семи претерианцев, которые поклялись защищать мир от гнева перворожденного. Вы хотите проникнуть в тайну Пиксис? Да, расскажи нам все, что тебе известно. Затерявшись в рядах стражи развращенного правителя Викуса Касуса, мы наблюдали за тем, как он превращал Эль-Хали в буйство барокко и разврата. Перворожденный убедил Викуса открыть разрыв. И пока он был занят свежим мясом, я и мои братья вошли в Пиксис, чтобы провести ритуалы и закрыть разрыв. Мы ищем этой же мудрости. Разрыв снова открыт. Скажи, что нам надо сделать. Вы знаете, какую цену придется заплатить за прибытие сюда? Да. Нет, чушь какая-то. Должен быть другой способ. Цикл будет продолжаться, пока перворожденный не получит то, в чем ему отказал Создатель. То, чем обладают люди. Свободу. Свобода — всего лишь отсутствие цепей. Гораздо страшнее отсутствие любви. Я не понимаю. Если ему нужна не свобода, то что? Мы ничего не можем ему дать. Тогда цикл будет повторяться снова и снова. Джонс, возвращайся, давай же! Как нам разорвать этот круг? Чего же хочет перворожденный? Черт возьми, сделайте что-нибудь! Викус, нам нужен Викус. Только он сможет открыть разрыв, который ведет в сердце Пиксис. Джонс, разрывай связь! Отпусти его! Где? Где нам найти Викуса? Он умирает! Черт возьми, отпусти же его! Следуйте за водой, найдите воду и найдете разрыв! Хватит! Не делай больше таких глупостей! О, это еще хуже, чем когда в голове сидит Росс. Без обид. Я не вижу поблизости никакой воды. Что он имел в виду? Может, так ведук? Не думаю. Единственное место, где здесь можно найти воду, будет либо под землей, либо... В бане! Прекрасно! Так и продолжай! Перебьем всех подряд, уж Господь сам разберется. Время подкрепиться! Гори, паскуда! Thank you.
Что случилось? Больше никого, парни.